Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Что такое? Здесь кто-нибудь есть? Что за безобразие? А вот и я! Что вы орете? Что вы пугаете? А вы что орете? Пугаете? Я продавец, переодетый клоуном. Я должен появляться неожиданно, но деткам нравится так. Не так же. Я веселый клоун-мушка, продаю детям игрушки. Какие тут игрушки? Так же инфаркт можно получить. Короче, какими игрушками интересуетесь? Знаете, в настоящее время я интересуюсь валидолом. Нет, только не здесь. Не знаю, я веселый клоун, мушка, продаю детям игрушки. Игрушки нашего городка. Граждане, это предложение не для всех, а только для тех, кто понимает. Это уникальное предложение для тех, кто понимает. Замечательный преданный плюшевый друг всего за 300 рублей. Нет лучше подарка для тех, кто понимает. Симпатичное. А почему так дорого? 300 рублей. Дело в том, что это, граждане, не просто собачка. Это собачка с родословной. Здесь так, у нее, значит, по отцовской линии все чемпионы России. По материнской чемпионы Китая. Вот родословная, пожалуйста, здесь, правда, на китайском. Замечательное предложение для тех, кто понимает. Не понимаю. Как это плюшевая собачка и с родословной? Не понимаю я. Не понимаете. Проходим мимо. Только для тех, кто понимает. Я повторяю. Замечательный плюшевый друг всего за 300 рублей. Для тех, кто понимает. Ну, что ты смотришь? Ты понимаешь, что это? Ну, иди отсюда. Ну, понятно? Нет. Свободен. Ты понимаешь? Ну, что так? Или понимаю, или не понимаю. Пошел вон. Ты сам уйдешь, я надеюсь, тоже? Это... Мне вас рекомендовали как большого специалиста по Востоку. Да. И я доверил вам закупить для нашего музея коллекцию японских нэцки. Да. За немалые, между прочим, деньги. Да. И я ее приобрел. Я ее купил у бывшего моряка. Он тоже, между прочим, в этом деле большой спец. Ну. Вот тоже у меня. Вот. 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 Вот на масоночку, Красиво. И вот это вы называете японскими нэцки? Ну, как-то так, да. Он сказал, что это японские цацки-пецки. Игорь Игоревич. Так а на что жалуетесь? На жену жалуюсь. То есть не я на жену жалуюсь, а жена на меня жалуется. Да. Ну, сюда, голубчик, вы не по адресу. Я врач по профзаболеваниям. Ну, так жена так и говорит. Она говорит, ты уже 20 лет работаешь на фабрике мягкой игрушки. Может быть, это у тебя профзаболевание? Игрушки нашего городка. Сейчас. Спокойненько. Так, что такое? Так, какую игрушечку
ищем. Ну, мне нужен подарок для... Ну, для мальчика. Можно для девочки. Подарок? Для девчонок и мальчишек есть у нас слонов и мишек. Вот я удивляюсь, честное слово. Ну, взрослый человек, ну, не солидный, ей-богу, не солидный. Вот это. Да, не солидняк. Согласен. Вот, специально для вас. Вот для вас очень солидный подарок. Пожалуйста. Вот. Ну и что в нем солидного? Как что? Вот. О. Цена. О. Ого. О. О. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Peter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Пришло. Явилось. Ты хоть помнишь, что у твоего сына сегодня день рождения? Конечно, помню. Подарка, естественно, нет. Господи, как мне надоели эти убожества и нищета. Есть подарок, есть. И я думаю, что именно Петенька избавит нас от нищеты. Это как это? Это так это. Я решил, что когда Петенька вырастет, он станет киллером. Каким? На, сынок. Каким? Тренируйся. Как тебе только язык вообще повернулся сказать, каким киллером? Добрым киллером. Он будет убивать только плохих дядек за большие деньги. Господи. Как в твою башку мысль-то такая пришла? Это ж каким надо быть идиотом вообще, чтобы такое придумать? Каким киллером? Киллером. У мальчика минус 10. Киллером. Да вот, ну справа тортик, слева, ну, на. Купи игрушку, подушки вместо, клади голову на мягкое место. Непрофессионально. Прям как Маяковский какой-то. Любую берите игрушку. Тут все игрушки красивые. Просто чудо. Вы же игрушку покупаете, а не самолет. Да, но хочется как-то так, знаете, потратить, чтобы потом не жалеть. Оу, так вы деньги хотите вложить? Тогда берите вот это. Не пожалеете. Предлагаю корову. Вы думаете? Конечно. Говядина все время дорожает. Ну и как это понимать? Вчера купил куклу. Чье это производство? А что там не написано? А вы сюда заглядывали? Извините, не приучен. Вот же написано. Чугуевский авиазавод. А что случилось, что она не говорит мама? Говорит, но... Ой, Чугуевский авиазавод. Это ведь был лидер отечественного авиастроения. Какие они самолеты делали, какие самолеты. А сейчас вот куклами занялись. Интересно, что они там на заводе по этому поводу думают. Так в том-то и дело, что она мама не говорит, а говорит то, что они там думают. Вот, послушайте. Неплохо, да? Или еще вот это? Мы, значит, эти куклы будем делать, а вы, самолеты американские покупать, сволочи! Или вот это? Думаете, штопанные, совсем нашу науку загнали? Не дождетесь? 40 рублей стоил. Чек остался? В смысле? Вот из чего сейчас железную дорогу делают. Из пластмассы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
ребенка, елы-палы, лучше нет, чем рельс и палы. Берите, не пожалеете, сказочная вещь. Да, только из грустной сказки. Я ведь на железной дороге еще в молодости здоровье подорвал. Вагоны разгружали? Да нет, один раз в вагоне-ресторане пообедал. Сказка. Так, хорошо. Где? Где? Что такое? А. Правильно. Сейчас. Спасибо тебе, мой повелитель. Ты освободил меня из тысячелетней плена. Я не понял. Что за фигня? Меня зовут не фигня. Он мой повелитель. Я джин Аль-Мубарак Ибн Мусарай. Я просидел в этой проклятой бутылке 1500 лет. Готов выполнить любое твое желание. Надо подумать. Надо подумать. Тут надо подумать. Вкусно. Сидел 1500 лет. Ну, это понял. Да. Смотрим сюда. За что ты убил меня, безумец? За что? А ты думал, я дурак, да? Вечно в нашем гастрономе всякую гадость продает. Ты же сам сказал, что просидел 1500 лет. А на наклейке написано. Срок годности 5 лет. 5. Ты же просроченный. Понимаешь? Просроченный ты. На. Работа над походкой. И давно вы здесь работаете? Вот в таком виде. Да, месяца два уже. Ой, я втянулся. Мне нравится. Что? Я детишек веселю. Скиньтесь, дети, порублю. А не то вас порублю. Экспромт. Работа творческая. Скажите честно, как вам мои стихи? Мне это очень важно. Честно? Да. Ужас. А я считаю, что не ужас. Нормальные стихи для современных детей. Чем курить марихуану? Лучше бить по барабану? Можно и так. Чем в подъезде водку пить? Лучше зайчика купить. Нормально. Ну, волнуюсь просто очень. Стихи ведь пою впервые. У меня сегодня премьера. А вот уже с понедельника думаю начать петь для детей. Угу. Да, вы были правы. Стихи – это не ужас. Ужас начнется с понедельника. Ужас! Вы папа Сидорова? Да, здравствуйте. Подождите, я скоро вернусь. Хорошо. Тьфу,
Отсель грозить мы будем шведу. На зло надменному соседу здесь будет город заложен. Где-то так. О. Уж-то, россияне, допрыгались. Так вот, я вас вызвал, чтобы сообщить, что с вашим сыном происходят страшные вещи. Что? Что страшное? Ужасные вещи. Какие ужасные? Ваш сын во время уроков играется в солдатиков. Господи, ну что ж тут ужасного? Ну, все мальчики любят играть в солдатиков. Да, это так. Но ваш сын играется с моими солдатиками. Это что у вас? Где? Вот здесь да что у вас? Да ничего там. Ну-ка, не надо. Что? Да покажи. Да что там? Да, да больно, ай! Как вам не стыдно? Это же мои солдатики. Чего? Это мои солдатики. Да это мои солдатики. Да, это... Не надо, папаша. Это мои солдатики. Ночь. Ах ты. Больно было? Больно. Да ты получил, ты ж... Ага, тихо, тихо, мои солдаты, мои солдаты. Господи, боже, боже, боже. Ой, ухо, ухо. Понял? Мои солдатики, мои. Мои, мои, мои. Так, а мы вообще на какой возраст игрушку ищем? Ну, при чем здесь возраст? Мне подошла бы, скажем, машинка. Нет, нет, даже лучше куколка. Вот куколка, точно, точно. Значит, причем, чтобы она была, во-первых, красивая, во-вторых, заводная, и, в-третьих, недорогая. Замечательный человек вы, папаша. Есть у нас такая куколка. Есть. Во-первых, красивая. Во-вторых, заводная, пользуется большим спросом. Только она дорогая. Ну, а посмотреть-то можно? Не, нельзя, она сегодня выходная. Это наша бухгалтерша. Mm. Жизнь замечательных людей. А, вот. О. Слушай, Солирий, вот, ну ты знаешь, у меня этот шлягер. Да. Ну, переводим в минорчик и получаем. А! Как всегда, прекрасно. Сегодня, друг мой Моцарт, я угощаю. Пропал ужин. Официант. О! Черный человек пришел! О, ля кремоза! Пардон. Значит, мне, пожалуйста, кофе без кофеина. Упс. Без сахара. Естественно. С обезжиренным молоком. Хорошо. Хлеб из отрубей. Ну. И масло без холестерина. Так, теперь со мной. Иди сюда, голубчик. Послушай меня. Венца красненького. Креплённый кабан. Моцарт. Сейчас. Возьми шейку свиную, да? Только пожирнее, я умоляю, пожирнее. Моцарт, не надо шейку, не надо шейку. И чесночком хорошо это. И на вертел. На открытый огонь. Чтоб пожирнее, чтоб поджарилось. С уголёчком, чтоб с канцерогенчиком. Не надо, Моцарт. Ну, вкусно это, вкусно. И вот колбасочки эти, у вас есть жирненькие, да? И сальца между ними. Колбасочка, сальца, колбасочка, сальца, колбасочка, сальца. Чтоб сошел с ума, это же яд, это страшный яд. Вольга! Да, слушай, иди сюда. И трубочку мне забей, табачку. Ну, ты знаешь, как я люблю. Саморазрушение организма. Это саморазрушение организма. Так, теперь по десертику, значит, слушай. Ну вот. Трубелючек, яблочко. А потом все будут говорить, что это я его отравил. Может, ну не надо всего этого есть. Не надо. Ну не надо. Ну, я, наверное, собачку возьму. Или, может, оленя с рогами, большой, а? Нет, собачка, она
Ну, что лучше, собачка или олень? Ну, так это зависит от того, кому вы игрушку покупаете. Ну, честно говоря, себе покупаю. Как себе? Вот кино. Ну, разбросаю в доме игрушки. И кажется, что в доме много детей. Только они пошли погулять. Но на самом деле у меня в доме-то совсем никого нет. Понимаете? А если разбросать, вроде у вас просто не все дома. Художественный фильм «Игрушка». 20 лет спустя. Монфис. Сынок. Только ты вопью. Ну, какой ты хочешь себе подарок на день рождения? Папа. Папа. Я хочу резиновую женщину. Ла фемин де каучук. Прекрати. Опять ты за свое. Месье, месье, а где же тут... Дядя, а у вас есть ежик резиновый с дырочкой в правом боку? Есть. Он вон и пивет. Заверните. Merci. Спасибо. Merci. Папа. Папа. А можно мне не один подарок, а два? Кто? Ежика. Гроссон. И этого дядю. Я же сказал, прекрати. Бери своего ежика и пойдем. А может, все-таки два подарка? Нет. Мы уходим. Ладно. Тогда ежика не надо. Только дядю. Собраться, собраться. Я веселый клоунушка. Продаю детям игрушки. Забыл дальше, как я еще... Открывать еще не пора, нет? Сейчас. Волнуюсь как-то так. Да ничего. Первый раз на новом рабочем месте. Послушай меня. Это работа для тебя. Ты можешь мне поверить? Да. Так, посмотри на меня. Здесь все. И игрушки, и дети, и все дома. Да. Я на себе проверил. Ну, у меня же тоже детей нет. Нет. Вот я сюда и... Что это? Все, пора. Андрюша, запускай, да? Чем курить марихуану, лучше бить по барабану. Чем в подъездах вот купить, лучше зайчика купить. Есть, я забыл. А? Забыл. Угу. Я забыл. Машинки. Есть у нас машинки с... И для подростков и... машинки. Есть у нас игрушки-свинки. И для подростков машинки. Добро пожаловать, дети. Как тебя зовут? Девочки, а твоя мальчика как зовут? Анютта! Есть у меня для тебя корабль и каюта. Как тебя зовут? Алёха, тут у нас все неплохо. Как тебя зовут? Саша, у меня для тебя есть Маша. В смысле, игрушечная. Иди сюда. Ну, смотрим. Сегодня, ребята, большие скидки.